Друзья, привет! Есть такая тема. Вопрос. Какой взять спиннинг? Ну, очень-очень супер бюджетный, чтобы вытащить щуку там в пределах 5 килограмм. Вот. Ну, так скажу, щуку можно вытащить практически на любой спиннинг, если не давать прямой угол спиннингу. Тогда он, естественно, сломается. А так, методом волочения, вот так вот, если берег пологий, можно вытащить. Также и с круче, если невысокая, и с учетом того, что щука хорошо сидит, зацеплена хорошо. Ну а так подвести, не давая к берегу, не давая излому спиннинга, ну излом — это буквально вот прямой угол, это уже излом, сломается любой спиннинг, который содержит карбон. И вот хочу на примере рассмотреть вот такое вот моделька от компании Даюй. Написано продукция компании Сивейда. Здесь Сивейда написано. Вот такая вот разнесенная интересная рукоять. Такая яркая окраска спиннинга. Это маркетологи постарались, чтобы бросалось в глаза. Называется Верно. В тесте 10-30. 2-10. Рост у него. Строй заявлен быстрый. Написано ставки СИК, колечки. Ну, они сейчас все не трутся шнурами колечки. Гайка передняя. Комель очень злой такой. Можно пофорсировать. Не дать щуке увести в коряги, в траву. Тюльпан антизахлестный. Ну, в общем-то, все так нормально. И цена приемлемая. Чуть больше 1000 рублей там буквально. Что бутчер от Максимуса, что вот от Сивейды. Ну и сейчас побросаю приманки и посмотрим, как он себя покажет. Ну вот здесь течение, вот стоячая вода как бы с обраткой. Сейчас посмотрим, как он бросает. Воблер 120, где-то примерно 15 грамм. И при тесте спиннинга 10-30, длина 2-10. Ух, да неплохо он бросает. Замечательно даже. Там трава, цепляю. Ну, нормально он ведет себя. Не проваливается, ничего. Из травы даже выдергивает. Неплохо. Так, у нас набросилась щучка, завела в траву. Ну и вот так вот мы ее примерно на спиннинге поднимем, да? Видно, да, что я ее держу на спиннинге. Вот. Ну и поднимаю. Ну эта щучка, ну грамм 300-400. Вот я ее раз и на берег. 2 килограмма, 3 килограмма. Нежелательно так поднимать. Ну, ни один спиннинг так не выдержит. Ну, есть там некоторые исключения. Ну, дорогие и все прочее. Ну, а щучку в пределах, допустим, килограмма, вот этот интереснейший Даюй поднимает спокойно. Даже вот с такой высокой, с такого высокого места вот круче как бы. Ну что, щучку мы, конечно же, отпустим. Там под глаз. Ладно, сейчас мы так, инструмент достану. Ну, освободила ее аккуратненько, пусть она себе плывет. Все, в траве стала, стоит. Пока, щука. Ну а большую щуку можно поймать и вывести на любой спиннинг, практически на любой. Главное не использовать спиннинг как подъемный кран. Подъемным краном можно только как крокодилом, да и тот ломается
видел, наблюдал такую картину. Значит, машина его переезжает, комель, он не ломается. А кончик у него тоже люди умеют ломать. Спокойно подвел к себе эту щуку большую. Повторюсь, практически любым спиннингом. И либо за шнур, либо вот так вот волоком можно вытащить на берег запросто. Можно использовать лип-грип для этого. Из лодки, если ловля, там подсачек, также лип-грип. Главное, когда вот она села, подзамучил ее, а этот даюй, он, в принципе, неплохо вяжет рыбу. Нормально так. Подвел, спокойненько ее замучил. И можно даже рукой ее смело взять, щуку. Ну вот это самый такой интересный вариант среди супербюджетных спиннингов, в котором присутствует карбон. Нормально, вот он воблера продергивает, не валится. Более-менее чувствительный. Можно обратить на него внимание. Конечно, бюджет у всех разный. И у многих людей он очень-очень даже скудный. Есть зарплаты, знаю, что и меньше прожиточного минимума получают. И спиннинг за 15 тысяч или за 10, ну нереально покупать. Да даже за 5. А вот до рубля или, ну, в пределах рубля чуть больше тысячи, так вот он стоит, можно найти. И вполне комфортно им ловить. Так, ну что, отцепим воблер. Попробуем его как бы джигом. Так, есть 12 грамм. 14. Ну, сейчас 12 прогоним. Посмотрим, как 12 грамм будет. Нет, ну 10, я думаю, не надо. Тут ямка. Вот, касание есть. Есть касание, даже кончик подыгрывает нам. Ох, заметно подыгрывает кончик. О. Еще раз. Есть касание. Есть касание. Есть. 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 Ну, погонял я этот спиннинг и воблеры, и блесенки покидал. И джигом попробовал. В принципе, ловить можно. Ну и стоит он действительно супер бюджетно. Супер. Так что, знающие гуру спиннингисты, пишите в комментариях свои советы, рекомендации. Может быть, кто-то лучше что-то посоветует. Ну, я бы посоветовал именно этот спиннинг. Бюджетный, супер бюджетный, рабочий. Все умеет, как говорится. Не до хорошего, но умеет, ловить можно вполне. Ну и пока всем.
Увидимся на рыбалках.